Чё спекаться, медведь вон танк есть. Просто подгонять надо и все. Ладно, отбой на прошу. Снимите кляксу с нее. Во. Блин, а сколько того уже лежит по 5к, который хилит? Не смотрела, но секунд 5. 3-5. Смотрю, как сколько. А, то есть неопределенное время лежит, что ли? Не, я просто не смотрела. Нет, клык. Там не написано. Клык так же стоит, как воля? 55? 60? Ленточка упала. И плюс смотри, чтобы у человека была ачива с синдры, если нет ачивы, то плюс 15 тысяч. Окей, так вот этот же мародерка и спрашивает, как смотреть, не сравнить достижения. Чё-то ты много хочешь за ачивку с синдры, Артемий. Как справа? Проф идет по квесту и подборку по синдру. Антемин, а синдра это... Тоже идет по ссылка в хлеб. Нет. А, ты серьезно ЦЛК думаешь, что люди, которые так... ЦЛК ХМ не нужны, нужен только лич, и ну ладно. Сока. Так, для ЗСОК там full инст. Ты думаешь, тебе за каждого босса платить? Да. По 15? Не, на той неделе заплатили свои 15 за каждого босса. Ну, человек 4-й категории, у него и так нет доступа, в принципе. Стыкать, но вы сдохли. Кто хилит вообще? Полина. Я. И. Полина тащи. Йора и что-то Настя. Ну, Настя пытается в аду не разобраться, пока охуевает чуть-чуть. Дается БР, пацан. Че уже убили? Зачем БР уже все? Леш, дай систа, пожалуйста, возьму на профа. Человечку. Че есть ассист? У меня не было ассиста, был только вот эти. Покупатель в 6-й группе ДК на кровь. Ловушки, если что, убрал. Спасибо. А печеньки героические вообще продаются? 30. Да. Слышишь? Глора продается у кого? А? Кому-то надо, да, срочно выйти, чтобы ДК присуммонить. А цена? Так вот, мародерка. Его, кыш с рейда, это покупатель на клык теперь. Кого надо, цена у Глоры. Была эндекрафка. Сколько? Алиденка. Если нет в рейде, надо, чтобы вернул кто-то. Сейчас бафы. Да, у ДК воли... синдра убита. Спекнись пока в эрдру. Настя в шапашку. Я в эрдру не услышал. Чтобы он вышел с инста, нельзя присуммонить 20. Он уже так только. Да вы чё все в один голос говорите?
что-то оно будет. Да еще не вышел. Он пешком выходит, ему портал никто ничего не поставил, он бежит пешком. Кто ему должен был поставить портал? Мага. Но он мог, блядь, на своих воротах улететь, он же ДК. Ну да. А еще есть кольцо, тапки, плащ. Так, Глора, цена какая? Просто, чтобы знать. 40 тысяч двоечки стоит. Дай обмен. Сколько? Время. Раз. 40 тысяч стоит двоечки. Понял. Настя здесь? Я здесь, да. Дай обмен. Я тебя не слышу. Я, если что, здесь, пойду на диване поваляюсь. Нужен будет клик. Лёх, гаджет в ЛС пишет. Прости, я ДК у вас пиздил. Да я так-то типа не пиздил, а не сами. Если кто-то постарался, то я то это не я, пианист писал, ха-ха-ха. Тихо, он твое сообщение мне отправил. Я его поставил перед фактом. Хочет, окей. Я сделаю. Только хуже. А рыбу буду поставить? Тут я буду. Все готово, поехал. Рыбы не будет. А из Геры Глора теме сколько? Не продается. Поехал. Блядь ты. А чё ты в этих один надо? Танка, блядь, вот у нас танки спят вообще. Точно. Танки спят. Вот только иногда вы даете отчет, а иногда не даете отчет. И хрен вас поймешь, когда пулять по отчету, а когда без него. Чем быстрее, тем лучше, блин. Да без вопросов, хоть мгновением пулять будет. Ты че взорвался? Да потому что надоело. Горел, проиграл. Хочется тут сидеть будет целый вечер. Мне тоже. Почему-то на первом трэше мы вайпнулись раза 4. Че, стаки можно не собирать? Куслетка я поменяю. 6 секунд мозер для этого. Ну, нормально. Вы бы хоть одну вынесли, а то вторая уже и нету выхода. Давай, возьмите. Я не успел поймать. Я никогда не успел. А нет, два на меня. Ориентирься. А соло выживут, а не пост. За абсорби приоритет тех, напомню, дебаф. Их абсорба нет. Вижу. Блять, у меня дом багнулся. Печеньки на паладина. Кто есть у кого-то покупается-то? Ну там сидит паладин. Сколько? Все? Он хоть 4. Ух ты ж, ёлки. Лучше бы ханты отходили от хилов, вообще классно было бы, да? Под яйцами босса? Даже, не, не,
не париться. Избегание, разбирание. Кролика во второй пати Али Д. Али Дэн. Али Дэн ДК. Я его даже чувствую. Ну вижу, детство. У кого тоже такое? У медведя, я на слизнях. Медведя, ну ладно. Страшно. Дается немного нападывать. О, танк. Ага. Карина, побольше нападывай. Да чё много, вы спула дайте, там посмотрите дальше. Как будет. Ой, у нас медведь есть. Угу. Это что бывает, когда 2 МТ в рейде? Все, все забежали, отчет допогнали. Долго идем. Бегут еще тела. Кто там сзади телится? Давайте. Шнель, шнель. Ну, если бы Хан с нами бежал с духом в стае, было бы вообще здорово. Просто тут люди лутают лут туда-сюда. Лутают лут. Там сова застряла. Он слишком толстый, он не проходит в районе. Все, поехали. За босса же я не начал, да? Мама тоже с кораблем учится. Последняя. А, ну может ребят. А, да, у меня там снуки не работали. Лучше сразу за 4 чуть почистим. Отличные новости, народ! Я починю трубы для подачи ядовитой смесь. Гаджет пытается спросить, кто они. Я ему пока ничего не отвечал. Ну, должна была прилететь обивка о том, что ты вообще-то находишься. Все, у Кайдли уже босая, поэтому как бы, он может нахуй сходить. Пускай для него это будет сюрпризом. А что будет, если сказать, типа, засланные козлячки? Он, типа, примет их? Я думаю, этот мах... Особенно на Джайне, особенно. Мы всегда не знаем. Да, затрахал, чего прям в меня эту лужу, блядь, гандон? Не, человек мне нравится, что я его не беру на Джайне. Человек очень... Его брать на Джайне. Даже в Дискорд не заходит во время РТ, блядь, на Джайне. О чем тут речь, блядь? Кто это? Ника. Ника? Сейчас бы Ники не заходить в Дискорд на Джайне. О, мне Эмиля пишет, надо же. Что Эмиля говорит? Там, конечно. И выбежена. И Эмиля, которая? Ага. Я думала, он не играет уже. Полина, я тебе потом нужен буду для чего-то важного или это подождать? Подождать можно. Я просто там поеду девушку. Свобел. Ну, это важнее. Твое или девушка? Девушка важнее. Мария, какая девушка, порада. Девушка важнее, чем мое дело. Ну ты не можешь просто в лист написать. В супермаркет там пройдется, купит себе платье. В общем, неважно это, потом пишем. Вот смотри, прям все на моего друида пройдется. Но есть и отличные новости. Он оставил море слизи. Кто сегодня в бане? Так, надо присумонить паладина, который Тен-3, 6-я патия. Как тут сейчас выйдет? Кровь ДКшки, да? Да. Али ДК.
Адмирал, Вага предлагает тебе передать наше соболезнование. Я пока ничего не писал. Блять, адмирал, у меня твое вот этого удивления аж стол завибрит. Ты там главное не перепутай шмотки боешные. Может, стол завибрировал, потому что у тебя вибратор уже? Вот так вот сова свои. Оригинально, смешно. Но ты мне воронки не пронял. Давай истории рассказывай. Не переживай, сейчас с обычки пояс упадет, Гевка. Ха-ха-ха. Да вы чё, ну вы Гену скоро до инфаркта так здесь. Ну каждый КДС падает под пояс. А у вас там пол, нет? Для тебя, да. Нет, не пол. А чё это, всё пытался, чтоб моё сообщение увидели на этом, на стриме, так нихера его и не прочитал по поводу даты приёма. Леш, можно на паладину зайти? Просто какому-то НН не отвечает Фарада. Маша, диван. Неделю-две новый контент. Так я сегодня диван. Кстати, когда она спрашивала, какой будет контент, там написано было ZS, ОКО, ну вернее было написано Зуламан, ОКО или ZS. Он написал, что в ближайшее время выйдет один из этих. Но если так помыслить, то ZS и ОКО будут выходить вместе, неразлучно. Значит, да. Став, пожалуйста. Лёш, можно на паладину, пожалуйста? Пожалуйста. Зачем? Ну, колба. Да и без колбы неплохо живёт. Очень плохо. Я нормально диван дам, не как в ХМ-ке. Пожалуйста. Слушайте себе эту колбу, старайся выпивать. Зачем тебе с обычки колба? Она бесполезна. Ну, потому что в хэмку ты меня больше не возьмешь, я думаю. Чего? ДК, скажите, чтобы он ушел нахер отсюда. Колба надо, зайдешь за колбой. Лежит. Кто-то квесты делает? Трофник. Ну, а вдруг она упадет, ее выкинут. Ой, а можно мне на приста? Меня так уже выкинули. Чего? Хватит ныть, этот херой пополутаешься. Колбу... Ладно. Поехали бить босса. Я все еще захожу. Мне на ханта тоже много. С этого профа, там вообще стал... Но я же не хожу им. Сколько стоит ачива с профа? 15. Вага, бери сердолями. Пол сердолика сейчас залить будет. Что там, определяйтесь, блин, уже 10 минут стоим АФК. Долго идем. Я готов, чушку, если эй, что, могу и босс. Все, да, кто в куклу-то идет? Без разницы. Давай ты на рулет босса, потому что тебя сагро проще. Задачи здесь. Дачи, я вижу. Все здесь, все готовы. Готовность. По готовности. Пуляй по готовности. По готовности. Что, переведем на слизни? Ну, вряд ли. Но если адмирал с Ганвеста будут в луже стоять, то нет. Энтри, не хильте. Чё? Адмирал, чем ты щитуешь? Он умереть хочет. Всех подряд щитую, весь рейд в щитах, чтобы... Ну, типа, не МБР вообще. Зелёный уже. Стоп по профу. И перефаза уже. Что-то я ничего. Блин, не чувствую. Тебя задотали, пока выберет, как раз добьется. Ну, с вагоном никак умереть не надо.
Надо было без чушки, блядь, играть. А есть же такая чил, по-моему. Есть, да. Нет. Если не плевать слизняков ни разу. Там без плевка, ну. Не, ну пить лужи-то можно. Пить лужи, да. Поднимите инвестку. А что это, не покупать? Инвеста вагон. Там Фула умер вроде. Он прикидывался покупаться. Не прокатило. Один красный появляется. РДД по красному, милики по белому. Вона. Идите отсюда, сейчас комбу будет. Блять, это в покупателей бежит, ёбаный глаз. Дайте боб по нему, если доползёт. Бежит, бежит, он молодец. Нет. Нормально. Сражает. Скидка 10%. Я моему соображать запретила. Пою гимн на ману. Да, тут хилить нечего, один ген вообще выжил. Ген уж хилить его. Я ему просто ничего не оставляю. Метки он, блядь, пока стоит. Ну го вайп, а мы с адмиралом хилим вдвоём. Не, ну всё равно страх не дал. Не, ну если... Если серьезно, я 3 ляма засчитывал, Гефка ляма нас хилил. 1%. Красный выходит. Красный, стопник. Он уже перевели. Дотайте его. Тут перефаза этот. Вышел хотя бы наполовину. Че успел? Сейчас РДД по максималке. И сразу же на реакции, блять, съебайте. Редвард. Все, полетел тут. Веди в левую сторону. Геру могли бы дать и на красного вообще-то. Ух ты, ворчунья наша, я сюда вылезу. Я хочу купол. Я хочу перестать лагать, мне кажется, я за купол лагаю. Ну, кто-то в ложе стоит, мне кажется. Да, там купол. Да, там купол. Купол же на джайне вроде остался. Выбирай, короче, сначала. Может, без дивана? 70%. Не надо, домашний. Без дивана. Да, диван стоит 11 кардоль, поэтому не надо, не бери. Невыгодно. Так, мне мана кончим. Турбо нет. Я побежала в колбу, все нормально. Хотите веселье? Я умру как вагон. Хочу. Чего не так с Ганвестой? Почему он второй раз умирает на боссе, при том, что звук покупатель, и он не умер, хотя он пытался? Я не знаю. Я хотел умереть. Да, Ганвест вообще любитель лучше, если честно. Типа он просто берет и умирает. Не, ну на прошлом трое он более феерично умер, просто за воротами. А, да? Поснула тоже. Ну и нахуй. Ман. Что там еще? Зов хаоса почем? Зов. 30. Где жет чернокнижник? Кому-нибудь надо или нет? Паладин, тут же уже был покупатель, паладин. У кого-то. Я его этого, чтобы вагонов много не было на Лану и на Лича. Предлагаю отправить гриб барыги по почте, этот токен. Кстати, гриба никто не видел вообще, нет? Я видел. Когда он где был? Он у меня в сумке. Последний раз его видел, когда он забрал триньку. Так, он короче, сейчас немножко замену сделаю. Во, я на замену.
Ну, не, ем. Чтобы все посрачи. А можно я пойду приготовлю поесть? Держишь, заходишь в рейд. Я по кашу 2 минуты срочно. Ну я максимально бесполезный дороги. А ну, вот заходишь в рейд. И вместо ваги и напроницами заходит в рейд. Жрать хочешь? Или не жрать и кушать? Можно вместо меня френди капусту. Час назад было кушать, а сейчас жрать. Гамак принесет, в отличие от меня. Афонь. Тут? Афоня? Нет, ну. Как вы узнали, что он здесь? Он только домой пришел. Спасибо, Хилл, я оценил. Почувствовали. Сердечко. Просто у меня к нему вопрос. Как он кнопку убирает? Она постоянно вылезает, так как раз я там бывает хилю и случайно на нее нажимаю. Сейчас, секунду. А привязать ее к панели я не могу, потому что после исчезания этого скилла она исчезает как либо макросом, либо как скилл она исчезает и не появляется. Да, кстати, у меня та же самая проблема. Снова появляется посреди экрана. А еще она немножко сломанная. Это хуйня. Что такое, ребята? Что случилось? Афоня, вот у тебя кнопка посреди экрана вылезает, когда ты там совишь, правильно? Но... Ты ее куда-нибудь пытался к панели привязать? Нет, ее в макросы. В макросы. Смотри, проблема. Я даже ее тоже в макрос делаю. Выставляю. Давай потом. Ну, пока не пулбосса же. Просто надеюсь, то есть ты серьезно спрашиваешь, когда у нас здесь РТ идет? Сори, да, сори. Когда РТ, он хочет, блядь, в макросах, в панелях. Давай позже, я никуда не ухожу, только пришел. Угу. Короче, возможно, Джайна вроде бы вступила уже в силу фикс, Джайна больше не должна багать при убийстве его. Да. Больше не должна. Кому она что была обязана? Нам 2 раза. Она все просила, честно-честно. Вы сегодня с Гевкой в дуэте на шутки играете? Точно. И пока ты проигрываешь. Я ваш. Не, вообще с вами как правило. Не как правило. А вообще вот адмиралы за шутки не играют. Сами трындите. Где справедливость? Ну, действительно. А чем? Необычно. Давайте споем. Нет. Карина. Чего тишить? Давай, поедем. Голубой вагон, спой. Я не знаю такой песни. Ну это из Чебурашки. Сейчас есть более современная версия. Тресты. 1, 2, 3. Трактор не так. Это не того, что крылья. Сап. Да затрахал, 3 раза сап кидает. Три минуты.
Ой-ой-ой. Ты что-то воет слишком близко к сердцу, воспринимаешь? Что? А он там целый текст написал. Не, я просто понимаю, зачем это делать. Все понимают. Вы еще вообще о чем? Ты в рейды, смотри, ты в рейды ходил, ЕП получал, а ты заслуженно забирал шмотки. Это твое право. То, что они думают, вообще насрать. Да видишь, вечно не о рейдах. Я сейчас в этом устану. Я на пулю самого правого на мишку. Не ходил в рейды просто так. Я занимался управлением гильдии. Давайте активнее трэш, там два моба стоит. О! Ваги нет в рейде, можно словить укус. Ну, я считаю, еще он зайдет. Ход, это можно меня напулить? Посмотрим. Что? Ну, все равно пера по ДПС не будешь. Че это? Фантам укус не так сильно много дает, как, допустим, ретрика. Как, допустим, холи пал. Каску меняете? Точно. Куда это готовность? Холи пал больше всего. Там такой отхил хуярит. Блять, можно? Знаешь, блять, по готовности. Ты присуман 4 человека в Долоране. А чё они в Долоране не тут? Потому что замены были? Так почему нельзя было прийти? Долететь не могу. Трэш, блядь, стояли минут 10. Ну, я только подошел. Услышал, что я это, с улицы. Ты постоянно на босса не успеваешь. Да в смысле? Я на орке, между прочим, ты мне сказал, идешь на замене, а я уже 5 минут стоял у босса, не надо тут. Я уже готов пулить Келесета. А у нас уже спали стаки, так что... Так что можем еще 15 минут. И рыбонькой можно покормить тогда. Знаете, еще что-нибудь можно. Ханты и Роги, напульте, пожалуйста, на мишку двоих. Таску я сейчас создам. Я право напулю. Все, все здесь? Таски нет. Таски нет, все здесь, а таски нет. Сказал. Спасибо. Че, готовы? Крикнап. У нас 3 пала. У нас 1 пал. А, точно. Ой. Меняли. Инопланетяне, лакобланды. Примите все как было. И че там? Все, погнали, врывайся. С двух рук, с трех ног. Осторожно. Пол, дайте. Знаете, это ваше. Вихрь. Что за хелик бежит? Твой ДК. ДК, что ты бежишь, блядь, в РДД зону? У тебя Кашка по сотку явно. За косарь подбегу к пианисту на следующем вихре. За косарь ГП? За косарь голды какого ГП? Всего косарь? Блин, выгодно. Дёшево. А там кинетики падают, ничего? Так,
Дайте Блэру под него вон. Который видит, уберут из. Поднимите, пожалуйста, кинетику на боссу. А у Ершки подним. Больше уроном. Катяня, пришел одного босса и сразу спулок. Это ГП. Зато вчера гаджета передамажил. Это, блять, это вообще не достижение. Вот я так скажу. Это так, достиженница маленькая. Ну, в шипы передамажить ханта. Флоуова, бисового. Рукожопого. Тем не менее. Я могу сказать, что я за своего мага его передамажу. Зачем ты бьешь неактивного волонара, если тут падает кинетика над тобой? Падает её. Ой, сова. Ой, сова. Бьешь неактивного волонара. Какой-то хант бьет. Между прочим, сферы это в первую очередь хантовское занятие. А мне испокон веков так было. Да, но сейчас если пойдет хоть одна, все им РДД пойдет по сучке. Нет, это понятно, но просто типа в первую очередь это ханты всегда на таких вещах занимаются. Ну что, трендёж и провокация. Если не вода, вот и воять рукой. И насколько я знаю, в обычке один хант успевает поднимать кинетику. Давай я дам данные своего ханта, в следующий раз мы пойдем в обычку, ты один будешь поднимать кинетику. Не поднимешь первый твой мейн. Окей, задачу. Если я один справлюсь с этой задачей, что будет? 5 косарей. По-моему, фу-фу-фу, дешевка. Хватит. 30 DS. Нет. По-моему, невозможно. На две шенки. Одного поднять. Вот за 30 DS-ок, да. Не, в одного можно, если ты. Я не знаю, куда своего ханта. Вы зря кислого на понт берете. Без разницы, какого ханта. Там, и да. Вообще никто, кроме тебя, не поднимает кинетику. Ни Старфолом, ничем. Старфолом я поднимал. Он раз в минуту. Не, Старфолом мы тогда не узнаем, вы шо? Если Старфол в. А ты серьезно думаешь, что кто-то не будет вязать Старфол и Соф? Какие вы наивные. Сказано да, было именно. Ну тогда сделка аннулируется, все равно ГП. Что, пианистари? Почем кровь, чумки? Так мы прошли уже. Прошли, 15 каза 2. Там, короче, надо патроны ставить. 5 дешевые. И арбалет дешевый ставишь, или лук. И практически в соло можно 3 сферы держать. Надо, кстати, говорить Джайна. Ген, открывает 4 куска и гнал гол убивать. У меня голды не хватает на все 4 куска. А во сколько будет Джайна у ДВ? ДВ рейда это, задача скинуться денег, чтобы мог хорошо дамажить. Ну там может дедлайт придет, я не знаю. Ты писал что-нибудь? Типа дедлайт придет, а почта Гена может и блоком просто приведет вас. Ребзя, во сколько Джайна будет? 12. Ну там 11.30. У меня не будет, наверное. Потом, Ну типа окей, смотрите. У меня есть 6 воронок, получается, на 2 куска, да? Получается, на сову. 4-го куска нет. То есть не хватает 6 воронок, имею я на... Еще 3 воронки. Типа мне на 3 воронки нужно голды. Вон ты ищешь клиент. Так, мне, короче, предлагаю отдать воронки Дарпалу, который просто так лежит в банке. Потом Гена его с ролика и вернет. И Дарт завтра заходит прям сразу. Прям а хрюет, когда он зайдет, типа 2 месяца. Нет, если типа я с Дартом могу попросить и потом просто ему вернуть его воронки. Но я должен знать, типа... Да, так можно сделать. Ну, не типа... Если надо, я тебе его... Три воронки, они лежат там, блядь. Просто нужно знать, когда, типа, он, ну, опять будет играть. Два или три месяца просто так эти воронки лежат. Я уже насчет этого говорил. Блядь, опять Ганвест умер. Я думаю, что того, что это...
никого не записываю, очень долгое время лежат. Я просто буду как чем больше ворон, я просто буду обратный перерад этих людей флешку снимать, а тем, кто действительно надо, ну вот данным, я буду им. Ну блин, насчет ГПшки, ты же им снимешь 100 ГП, а за тот же, например, месяц это уже не 100 ГП, а 25. Какая разница? А тут что КПшки снимать ты будешь? Сейчас Дарту напишу. Может прочитает. Он всегда читает. Не, ну просто Джайн, типа, завтра. Ну серьезно, я типа воронки лежат они. Я тебе сам могу дать 3 воронки свои. Потом отдашь 10. Ну тебе когда они нужны будут обратно? Мне когда они нужны будут, когда если еще 2 куска на декапу. Окей. Ганнес, стой. Санвел за печеньками. Ганнес, не вставай. Ты такой Ганнес, ты покупатель или что? Это ДВшник. Каск. Он просто спит. Мы хумоним Санвела или нет? Так зачем он тут? Пианис, дай каск. У меня время 5 часов. Я угадал, он просто спит. Кому надо этот? Лосом. Да я вижу, он АФК. Так Санвел он какой-то в Регоре. Привет. Ладно, пошли. Че, можешь секунду? Без отсчета все. Че? Ну, все. Секунда прошла, понял. Да. Окей. Может без демона, да? Слева. Нет, мне просто знать, что ставить это там или нет. Так. Окей. Кирс, ты без щита. В смысле? Ты забаганный. Начинай. И кислый. Ой, спасибо. Как мило. Отбегал и бог. Чем бог поможет или помешает тебе? Ничем. Неблагодарное слово. Нет бы спасибо сказать. А я чувствую, что сказал. Так сказал, как будто бы насрал. Сарказм он сделал вместе. Вот видишь, как пух херачит. Чё? Купать. И лужи выносит. Что делаем? 19-я позиция по ДПС. Ну лужи-то выносит. Сразу передо мной? Лужи выносит, да. Я должна быть 20-й. Нет, это 18. Удивительно. Дайте адмирал Уинер. Это не я сказал. Но я не против. Это высохло, потому что. Там, наверное, девки в личку, да, нас спамят. Скажи, чтобы мне Уинер дал. Че там, взлетка? Кирс. Тут ДЦ только на взлетке может кидать, а в остальное время пока что. Шокер. Я сейчас смотрю на эти три собаки перед. Я даже на кислого смог кинуть щит, но у тебя нет. Мозг не убегает. Ну, ясно, сейчас с тобой. Стою. Укусы, укусы, укусы. Хилю. Ем, дайте. Ух, меня сейчас сложит. Не сложит. Не благодари. Я дала гимн, все. Не кричать. Красивая к Лёше подошла, да? ГП обои. Чё, Гера будет, нет? А может это, Лана без укусов? Видите, бабочки. Нет. Кстати, уже убивали один раз. Да?
Дайте мне хоть в обычку курсового. Дайте Еру, жена. Я дал. У нас дебаф был. Я увидел уже после этого. Дал чисто планете персонально. Я кислого кушал. Мне тоже дало, все хорошо. Топовому дамагеру. Правда, 17-й позиции я так и не вылезу, но ты же не знаешь. Ты почти как ДВшник. 20 секунд у вас есть, да? Да, отклеится. Ты 20 секунд. Прям кислого укусил. Еще к меня? Давай, хильки, я не хочу на пак сбегаться, про хильки. Они к тебе сбегутся. 5. Еще 5. О, багрух. Чего радуетесь, она все равно в ГБ идет. Нет, просто... А можно здесь багруха на мейнспек? Че, серьезно? Ты пил? Пианиса, чего я не буду первой по дамагу, если я сейчас даже не первый укус поймала? Это был бы лагу. Так, скриньте и на форум, и говорите нерв хэмтов. А, пуха с Джайны, двуручный топор. Хэмтов не надо. Нахер. Варвард нет, хотел. Где что-то путать. Но сейчас претенденты есть. Но это понятно. Но вообще 80 такая. Тысяч. Можешь сказать 100. Можешь сказать 200. Можешь сказать 500. Блин, Нурглет, подожди, пожалуйста, когда все хилы подают. Я подумал. Блять, по готовности, все нормально. Много хилов не надо. Вы же сказали, по готовности. Где по готовности? Да, много хилов не нужно, типа, хватит одного гена. Дайте угадаю, Леха лутер. Пошли. Ген. Знаешь, такая тенденция, еще ББРС ХМ и на два мира, чтобы ты один. Почему цветение такое дешевое? Пианист, можно я пойду на замену? А то что-то у меня резко пинг поднимается. Пока что нет. Блять, Валькуса. Вагон. Ой, вагон. Что подумал? В ДВшном рейде такая же фигня сегодня была. Какая-то сова спулила эту Вальку. Мне кажется, у нас тут есть преступление. Мне кажется. И в ДВ, что Мария, и в этом. Не будем тыкать пальцем. Не будем тыкать пальцем в клюв. Оно тебя сожрет. Палец могут отпустить. Палец в клюв не кладет. Ничего другого им тоже туда не клади. Боешка. Раньше была Лена боешка, Лена сдала свои позиции. Теперь Настя боешка. Ну давай. Кто хиль, я? Я дамагер. Я вчера видел, как ты в чате написала и два раза умерла после этого. Я писала в чате, потому что... Я стояла в освобожденке, я тебе уже говорила. И два раза умерла. Два раза умерла, потому что были лаги, я об этом и сказала, и написала. И, кстати, когда я отправила сообщение, я только тогда поняла, что у меня лаги, потому что оно не отправилось тогда, когда я его отправляла. Отправилось во время притяжки, которая меня фризанула. Задержка секунды полторы, так точно, а то и две. Что? Ничем, но фия. У меня паладин. У нас сундук живой. У меня висит друид. Вы не тупо на сундук или еще? Не отвечал меня на сиду ночью. У меня, как обычно, 6 человек, но ни одного в сети нет. На сетру за клыком есть, а Нида, ДКшка сидит.
Адмирал, посмотри, сколько у меня там в списке людей записано, и никто не пришел. А это продаете? Как его? Где вот, то есть, посмотри. Как он называется? То есть, клятву. Клятву, да. Продается, окей. Ты же можешь записаться в список. Нет, то к этому списку имеете доступ только вы вчетвером. Миша вам даже сказал. Хе-хе-хе-хе. Только мой статик Миша сказал. Нет, он написал только банкиры и зам ГМ. А сегодня сказал? Мейн статик. Он нам раздал. Слышь, Артемий, он нам раздал звание просто дополнительное там. Да, вы теперь вазелин. Дискриминацию. Не делайте так, пожалуйста. Ну, чтобы хоть как-то радость. Я поменял критерии, что туда могут писать люди со званием main состав. Я с вас могу снять этого банка. Я не буду писать. Я буду Миша делать. Так, я релогнулся, Алёха умер. Так как? Не связано, адмирал. Хорошо, побить умели. Попатель на клык. Так, я смотрю, моего покупателя кикнули с группы. Может, сам не вну. Так. А, ДКшник на кого покупает, да? Да. А у него чего есть? Есть. У него фул целка закрыт. А ты не верил? Да, он мне скинул ачивки, я их посмотрел. Не обязательно надо иметь ачивки, чтобы их скинуть в ПМ. Или в любой другой чат. Я посмотрел его достижения, я знаю. Там же написано, чего получено таким-то таким. Не обязательно, можно. Есть аддон специальный. Да, можно забагать. Он называется Найди кого хочешь. Ну, можно просто линковать любые ачивы. Я помню, у нас этот лесби ДКшка показывал. Раба нет. Плохо. Кир, спекайся. Угу, там. Хилим через хилим. Я Ник-то его не помню, сука. Ладно, я пошел на стрим смотреть. Кто хилит? Там что-то на мой было. Мародерка. Что-то типа того, да. Мародерка, я тебе уровень твой. Все, едем. По готовности. У нас отдача в Долоране. Я сами же сказал, чтобы меня кинули на замену. Меня пингуют. А тебе сказали, что нет. Хотя пингуют, там говорят, не пингуют. Нет, не пингуют. Меня убьют сейчас. Вызывать полицию? Ой, какие отвратительные ровы. Киньте Эннер кто-нибудь. Сейчас портал на триггере. Ну понятно, что триггерится, но просто стоять ничего не делать, это же... Ник какой? Кирилл Горн. А Горн. Мозер. А ладно, Мозер танку, если хочешь. Да, нормально. Без секунд стало, скорее. Но он не в сети, он стука. Я бы за клыком зашел, но, блин, на одного босса. Покупайте на клык есть. Но он не в... Он в сети, тебе же только что сказали. За каком мы зашли на твиде? Ну и он появится. Можно. Он, может, он сидит, стрим смотрит. Если не донатит, то нафиг. Хотя у нас тут есть это, которому штуки нужны. ДК-вах. Ебать, сколько там у Лёхи агро? Рублет справа стоит или слева? Что? Справа стоит или слева? Ты вообще?
Вот это чудо справа. Вагон? Трэш пришел. Летие, мы вдвоем летаем. Гвоздь. Оправдывается вагон. Был Алексей и не стало. Лёв, дал СС, можешь еще раз так. Да я как это, так, в духе. Как Элбрил в духе. 10 секунд дали СС и еще раз пошел умер. Еще 10 секунд, чтобы похилить. Там вы найдете спасение, герой. Определитесь с порталами. В одну пойду. Мне интересно, на ДЦ может захилить Вальку? Нет, мы пробовали как-то смотреть. Зачем? Может. Ля, как выйти с портала? Жди. Тут кнопочка появится. Какая кнопочка? Продай. Портала. Я просто вывалился с портала. Да я шучу, ничего. Куда с корней его носить? Пациент. От танка. Вот вали, чтобы она сдохла, наконец. Сейчас вы научитесь там пугать. Господи, такое ощущение, что в Дискорде есть. Не дай их уже. Огонь. Вообще-то оскорнение надо выносить на совсем, чтобы оно точно никому не досталось. То есть, ага, то есть если бы сейчас портал бы не зашли, мы бы захилили. Да захилить никак. Нормально. Захиливай так. О, это рекорд. 16 тонн. Рекордсмен? Я чё за могу сундуке открыть? Не тонн, а мультов. Там просто нет. О, чё-то нам сегодня на БЕшке привет. Ну, просто сундук. Какой лут, а? Инвестор любитель лучше. Да он там не один.